Академия единственное уникальное такое учебное заведение, не только в России, но и в мире, которое готовит как раз художников в области традиционных художественных промыслов. Директор Московского института традиционного прикладного искусства Ольга Федотова в Видновский художественно-технический лицей приехала не с пустыми руками, привезла дипломные работы выпускников. В этот раз выступать приходится не только перед старшими классами, а значит, каждой аудитории свой подход. Ребятам помладше, им надо посмотреть, пощупать, вопросы задать. Поэтому у них была минимизирована лекция, больше практическая часть. А для более старших классов, с 5 по 8, к примеру, у них было 10-минутная лекция о ВУЗе, о направлениях, что необходимо, о вступительных экзаменах и далее показали вот выпускные квалификационные работы, которые представлены у нас здесь выпускников данного ВУЗа. Эта встреча проходит в рамках программы профессиональной ориентации, и посетили ее ученики не только художественно-технического лицея, но и окрестных школ. Осмотр экспонатов – логичное и самое интересное продолжение небольшой лекции, где можно и вопросы задать. Рисунками рисовано то, что конец юбки более пышный. Вот. Тогда почему вот тут вот он прямой? Хороший вопрос. Прям как на защите. Значит, здесь он не прямой. Если вы посмотрите, когда платье уже одевают на себя и показывают, да, вот на дефиле, мы часто проводим дефиле, тоже на фестивале науки, на выставках каких-то у себя в институте, когда приезжают к нам гости, то платье будет парить. И тогда оно, видите, будет таким колоколом, да, как бы колокольчиком. Всего в этот день более 500 ребят из разных школ смогли познакомиться с творческими профессиями, которым обучают в Московском институте традиционного прикладного искусства, который, в свою очередь, является филиалом Санкт-Петербургской высшей школы народного искусства и имеет статус академии. У всех есть огромный интерес к тому, что мы представляем. Мы представляем традиционное прикладное искусство, представляем в данном случае здесь и 4 вида, которым обучает наша академия. Вообще академия обучает по 22 видам. Они удивляются, что это ручной труд, что это создают сами, что это создают студенты, и вызывает интерес. Сегодняшняя встреча положила начало сотрудничеству Видновского художественно-технического лицея и Московского института традиционного прикладного искусства. И уже сейчас есть планы по укреплению и расширению связей. Сегодня к нам приехали гости, и мы планируем также поехать в академию, в институт, посетить музей, посетить мастер-классы и готовы даже подставлять наших учеников данный вуз для дальнейшей профессиональной деятельности. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.